недавно я узнал о таком существе, как длинноногие, и мне стало интересно его отыскать. Правда, поиски не увенчались успехом, но я продолжал. И вот, потратив много времени, мне все же удалось стать свидетелем чего-то страшного. Играя на версии 1.14.4, я заметил некоторые странности, но они никак не относились к длинноногому, о нем нам почти все известно. Сам по себе мир, в котором я выживал, выглядел уже странно. Бегая по лесу, мне часто доводилось слышать непонятные звуки. Мама. Напоминающие шаги какого-то огромного существа. Тогда я понял, что в мире точно кто-то есть, кроме меня. Еще меня смущало частое чувство голода, которое постоянно появлялось само по себе, хотя я не ел гнилую плоть или отравлялся от сырой курицы. Потому что, ну, реально это... Я не знаю. Что? А какого... Спустя еще какое-то время, я все же столкнулся с ним. То, что я искал, наконец-то показало себе. Взглянув на него, я был шокирован, ведь мне никогда на ум даже не приходило такое. Огромный, страшный, мрачный силуэт стоял на грани тумана и смотрел. Вы можете подумать, что это тот самый длинноногий, но нет. Это намного мрачнее, страшнее и больше того, кого мы все привыкли видеть. Всем привет, меня зовут Алекс, и сегодня я хочу рассказать вам свою историю, как я встретил длинноногого Стива на версии бета 1.4. Его признаки – отсутствие музыки, странная генерация мира, баги текстур. Итак, перейдем к истории. Во время теста программы PAV Launcher, которая позволяет играть в ПК-версию Майнкрафта на телефоне, я решил проверить какой-нибудь миф. Мой выбор пал на длинногого Стива, ведь это был мой любимый персонаж из Майнкрафт Крипипасты. Так как в лаунчере не было версии, которая была из оригинальной истории, я решил поиграть на бета 1.4. Зайдя в игру и создав мир, я понял, что забыл ввести сид, но мне было лень пересоздавать мир, и я решил оставить все как есть. Заспавнился я на льду в снежном биоме. Поначалу мне было неудобно играть, ведь был баг разрешения экрана. Но минут через 10 я привык к нему. Но из этого бага я решил не включать запись экрана, и это было очень зря. Ведь минут через 25 я заметил странное существо. Я быстро заскринил экран и очень быстро обрезал изображение. Но после того, как я закончил обрезание фото, его не было на том месте. Честно, я не верил, что он существует, но после этого случая я начал верить в правдивость остальных крипипаст. Вот настройки графики, которые были выставлены после этого случая. Я решил посмотреть место, где он стоял, но там не было ничего интересного. Палочник. Один из малоизвестных мифических существ в Майнкрафте, который обитает в одном страшном сиде с версией 1.10 по 1.12.2. Это существо очень похож на существа из известного файла смерти Station 922.mkv. Дата первого появления. Неизвестно. Способности. Неизвестно. Поведение. Наблюдает за вами. Уровень опасности. Неизвестно. Приметы появления. Неизвестно. Гигантская Алекс – это существо, которое имеет рост в 12 блоков, которое всю игру на этом сиде будет попросту наблюдать за вами. Он даже отправил скриншот этого существа. На самом скриншоте видно, что она намного выше деревьев и выше дома игрока. Ее скин Алекс, но она похожа на Бабы 1545, такой же скин кровавый, как и гигантская Алекс.
Также это существо может оставлять за собой следы в виде ямы 4 на 3 глубиной в 2 блока. Гигантскую Алекс можно увидеть через определенный... Вам нужна версия Optifine 1.12.2. В настройках поставить прорисовка 6 и поставить сложность мирная. А элемент игры вам нужно поставить удаленность тумана на 0.2 и направляться к материку. Почему материку? Потому что игрок нашел это существо именно на материке. Человек-цветок. Чего? Был найден на версии бета 1.7.2. Информации о нем таковой и нет. Но он может телепортироваться. И вроде как он не опасный. Кто знает, вдруг они все опасны. Об этом существе тоже информации ноль, но есть видеофрагменты. Рассмотрим.